Доброго времени суток, дорогие коллеги! С вами Кононова Анна, интернет-проект Фаберлик Онлайн. И сегодня мы с вами обсудим, что такое раздел промо-акции, где добавляются все призы, все бонусы за покупочку и так далее, а также подарки, что такое объемная скидка и как она списывается из заказа. Итак, смотрим. Мы сейчас с вами в кабинете человека Шишкина Екатерина, то есть это не мой личный кабинет. Вот. И, конечно же, самое интересное, когда мы заходим в раздел «Мой счет» в начале каталога, если мы делаем 50 баллов, то у нас с вами вот такие вот расчеты, мультивалютные расчеты происходят. Да? И, конечно же, нам непонятно. Тут есть и белорусские гривны, и украинские гривны, да, белорусские рубли, простите, казахстанские тенге и так далее, и так далее. Да, тут и евро, тут и Молдова, и не особо понятно, как же понять, сколько же мы денежек получили. Также моя ОС вот в рублях, это все суммируется, да, скорее, как вам даже сказать. То есть, если мы не потратили объемную скидку в прошлом периоде сполна, то новая объемная скидка суммируется со старой объемной скидкой, и вообще непонятно, сколько же нам перечислила компания. А для того, чтобы узнать точную дату, точную сумму, мы заходим в раздел «Отчеты», и в разделе «Отчеты» мы с вами смотрим лицевой счет консультанта. В лицевом счете консультанта тут, в принципе, без разницы. Нажимаете «Посмотреть». И вы можете увидеть в валюте своей страны, сколько же вы заработали. Вот, пожалуйста, 17 тысяч по итогам 9-го периода, да, 18 тысяч по итогам 8-го периода и так далее. Да. Сейчас период номер 10. Вот таким вот образом мы с вами будем знать, сколько же мы зарабатываем. Да. Далее, значит, хочется сказать, что да, выплаты хорошие, лидер находится на 19%. Да, если вот сейчас посмотреть, то идет еще неделя от каталога, лидер пока что на 6%, но по итогам, допустим, прошлого периода лидер была на 19%. Да? Если мы с вами посмотрим отчет по первой линии по итогам прошлого периода, то у лидера идет 4 веточки, примерно одинаково, которые растут. Если эти веточки растут одинаково, то, конечно же, очень хорошие выплаты получаются, да. А если, допустим, у вас одна веточка, то выплат меньше, да. Поэтому никогда не ждите своих наставников, стройтесь, отстраивайтесь по правилам построения. Когда вы приходите на проект, первые 3 регистрации вы проводите в совместную веточку под собой, которую вы будете строить вместе с наставником. А остальные веточки вы уже строите самостоятельно, да. То есть вот таким вот образом идет у нас с вами построение. Итак, у нас с вами в этом периоде точно так же 3 метода акций. Да? Это есть подарки каталога, это есть раздел промо-акции, где мы добавляем бонусы за покупочку. И это, конечно же, самое интересное, это акции из каталога. Так вот, когда у нас с вами прогружается каталог, мы с вами его листаем, то тут мы с вами можем видеть различные акции. Да? К примеру, вы видите 2 по специальной цене. Да? И вот есть красная цена каталога, есть перечеркнутая черная цена каталога. Да? И если вы, к примеру, купите витаминный скраб для тела, одну штучку из этой серии, то он у вас упадет в корзину за 249 рублей по цене каталога, а далее срабатывает ваша скидочка 20 или 26%. 20%, если вы делали заказ по итогам прошлого периода до 50 баллов, 26%, если вы делали заказ по итогам прошлого периода более 50 баллов. Да? То есть у нас с вами получается, что 2 маски, 2 скраба заказывать выгоднее по деньгам, чем один. Да? Поэтому давайте сейчас с вами добавим
Допустим, эти же самые скрабы, то есть вы можете добавить маску плюс молочко или гель для душа плюс бальзам для губ и так далее, и так далее. То есть то, что вам именно хочется. Мне очень понравились из этой серии именно скрабы, прям очень-очень понравились. Да, и когда я добавляю 2 скраба в корзину, то обратите внимание, они добавились за 184 рубля. То есть они еще пока что не пересчитались, да? Они пересчитаются именно в разделе промо-акции. Таким же способом работает и вот эта акция, да? Также мы с вами видим сейчас, что тут просто скидочки, они будут правильно отображаться в этой корзинке. И вот смотрим, гель для душа, очень хороший объем. Это идет и как парфюмированный гель для душа, он идет также как и пена, он большой объем, 320 мл, 2 за 89 каждый. И если мы с вами, к примеру, ну вот я взяла вкус кокоса, да, возьмем также эти 2 геля для душа и добавим их в корзину, то они у нас будут дорого, 96 рублей, а тут написано 89. То есть, в разде, когда мы с вами нажмем «Продолжить оформление заказа», то они у нас пересчитаются, уменьшится сумма заказа и уменьшатся баллы. Также у нас с вами есть такие коварные и очень вкусные бонусы за покупку. А все бонусы за покупочку, они добавляются именно в разделе промо-акции. Если вы добавите любой из бонусов за покупку именно из каталога, то они вам придут дорого. Поэтому бонусы за покупку, если вам что-то понравилось, вы пролистываете и не добавляете, да? То есть только бонусы за покупку нельзя добавлять из каталога. Все же остальное мы с вами добавляем именно из каталога. Вот опять-таки бонус, значит, пролистываем, да? А тут опять-таки из каталога идет. Вот таким вот образом работают, срабатывают акции периода. В принципе, они так срабатывают всегда. Да, то есть таких бонусов за покупочку, которые нельзя добавлять из каталога, а нужно выбирать в разделе промо, на предпоследнем шаге заказа у нас с вами всего лишь 12, да, даже 11, потому что тут идет бонус за покупку, скидку по купону, да. Смотрим, значит, коктейль, аромат Каори, наклейки для ногтей, тушь Skyline, сатиновая помада, бальзам для губ, любое средство по уходу за ногами от Ботаника, крем для рук Вербена, DD крем Гардерика и зубная паста, да, то есть и еще жидкое мыло Beauty Cafe, всего за 85 рублей. Попутала с прошлым каталогом, то есть по итогам, то есть в этом 10-м каталоге у нас с вами 9 бонусов за покупочку, да, то есть любой аромат всего за 199 рублей по каталогу на сумму 299, матирующий тональный крем для ногтей, объемный тушь Skyline, омолаживающая программа увлажнения и ревитализация, омолаживающая программа 2 увлажнения и ревитализация, Age Power, да, и сыворотка Гардерика, это 40 плюс у нас с вами. Зубная паста Эксперт Фарма всего за 109, любое средство для ног Проноги, увлажняющая вода Оранжери и любой оттенок Кларски Фаберлик за 129. То есть вот это вот продукцию, которую нужно выбирать в разделе промо и нельзя выбирать в каталоге. Их всего 9 позиций, поэтому будьте внимательны. Также у нас в этом периоде есть подарки. Подарки такие, как купон будет вкладываться, да, на парфюмерию, но это я не считаю подарком, да, то есть при покупке порошка раньше мерная ложечка шла в упаковке, сейчас ее дарят. Потом, значит, крем для рук в подарок за 1 рубль при покупке набора Grand Prince Hand Care, артикул 229, это альтернатива салонной процедуре. Очень классная вещь, кто им хоть раз пользовался, все в восторге, все хвалят, все довольны, и вы знаете, я тоже. А далее, значит, саше шампуни или бальзам в подарок за 1 рубль при покупке любого продукта Salon Care. Это Salon Care, это уход за волосами,
идет без сульфата натрия, по-моему, да? Вот, значит, поехали с вами дальше. Значит, и вот такие вот бонусы за покупочку, они у нас с вами должны быть всегда добавляться в промо. Обратите внимание вот на эту вот тушь, именно волюм. Очень она мне понравилась. Объем разделения ресницы обалденные. Вот прям очень-очень мне эта тушь понравилась. Хотя я очень люблю серию Secret Story, но и от такой туши я тоже не откажусь. Удобно наносится, здорово, классно. А вот эта тушь я как-то вот ей не в восторге. Ну, покрасила реснички, да, она не осыпается, да, она придает объем, но как-то вот не так она мне в нанесении. Может быть, что-то в кисточке для моих ресничек именно не подошло. А вот эта тушь, я просто от нее в восторге, от фибровой кисточки. Она идет классической формы, она увеличивает объем ресниц, и на самом деле ресницы прям длинные-длинные, шикарные, красивые, прям великолепные реснички. А вот, ну, дальше вы можете листать, смотреть акции. Акций очень много. Я пробовала эти пудры, на моем канале есть обзор про эти пудры, можете посмотреть. Также стойкая косметика для лета, да, вот очень-очень ждала вот этот карандашик, вот, и вы знаете, когда его выпустили, я прям взяла 3 штуки сразу. Это водостойкая подводка для глаз Stay On, 1,2 мл. Я не скажу, что она супер водостойкая, но в жару она у вас не растечется, это факт, вот, поэтому обратите на нее внимание. Очень мне понравилась вот эта вот новиночка, тоже 3 штучки сразу взяла, пока она есть на складе, потому что народ, когда пробует хорошие продукты, их потом долго нет. Очень интересно смотрится и долго, кстати, держится на моих губах вот этот вот пигмент, просто обалденный. Для блондиночек я посоветую артикул 4470. Да, то есть вот у меня сейчас вот такой оттенок. Видимо, почему-то показалось, что он будет более натуральным, но он, скорее всего, идет для брюнеток. Вот, потому что слишком ярко кидается в глаза. Если таким пигментом краситься, вот этим пигментом суперстойким, то тогда, наверное, не выделяет глаза. Вот, одно из двух. Также хочется очень-очень обратить ваше внимание на новинки, на мелки. Шикарно смотрится, здорово, дочь моя очень довольна. Ей очень-очень понравилась скидка на мою любимую серию Platinum, но она идет 35+. Молоденьким девушкам она не подходит. Молоденьким девушкам вот 20+ серия, пожалуйста, Aquasmart. Просто великолепная. Вот этот вот флюид за 249 рублей. Хотя мне 33 года, я безумно рада, что я его когда-то заказала как новинки вип-консультанта. Он просто преображает кожу. Кожа после него мягкая, классная и просто великолепная. Также очень хочется похвалить вот эту вот маску про Elixir, пока она со скидкой. Можете ее взять, потому что она... Правда, классная. Бонус за покупку — это 40+ для сухой и очень сухой кожи. Мы пролистываем и добавляем в разделе промо акции обязательно. Вот. Обратите внимание на вот этот вот спрей лед шикарный. В жару он подходит. У нас, к сожалению, нет жары в городе Киров, Кировская область. Лето мы дождаться так и не можем. Вот, да. И вот обратите внимание на эту новинку. Крем с моментальным осветляющим эффектом SPF 15. А я его, к сожалению, не заказывала, еще не пробовала, но, посмотрев вот обзоры на Ютубе, просто все в восторге от него. Знаете, очень удивилась, что рюкзачок с эмоджи есть в наличии, потому что их вечно не бывает. Если новинка какая-то выпускается, то их просто нет. Я с удовольствием закажу такой набор своей племяннице. Она просила, и я буду рада ей его подарить.
Если будете заказывать платье, то вот эта серия, она практически вся больше меряет. Поэтому заказывайте на размер меньше своего точно вот это вот платье. Я ношу от Фаберлик 44 размер, если платье тянутся, и 46 размер, если платье вообще не тянутся. Да? Вот, так вот это платье, оно будет велико, даже если... Вот, вы знаете, оно подойдет для дам примерно 50 размера. Оно на самом деле очень-очень сильно большемерит. Обратите внимание на новое нижнее белье. Бразильская феерия. Очень красиво смотрится, просто шикарно. Красивое, в общем, оно идет как бы push-up, бюстгальтер, но оно идет на тряпичной основе, я так понимаю. Ну, очень здорово смотрится. Буду просто рада его примерить. Если оно мне подойдет, я обязательно его заказала. Вот я добавила сейчас 3 шампуня. И мы посмотрим, добавится ли мне саше шампуня или бальзама в подарок. Очень интересно. Также попробуем с вами посмотреть набор Grand Prince Hand Care, когда вы покупаете, то жидкая перчатка идет в подарок, крем для рук. Я эти наборы очень часто дарю, и поэтому я с удовольствием буду их заказывать, и вы знаете. И, конечно же, посмотрим с вами, как оно работает. Ну и, конечно, если вы что-то не нашли в каталоге, да, к примеру, как мы с вами видим, в каталоге представлена не вся, да, не вся продукция. Если мы с вами нажмем на продукцию, то мы с вами можем найти вот все, что нам захочется, да, вот смотрите, макияж, ухож, гигиена, парфюмерия, да, вот, к примеру, ароматов для дома было мало, а тут их уже намного больше. Также одежда, аксессуары, пожалуйста, да, подарочные пакеты к ним, к одежду, да, детям, женщинам, мужчинам, к примеру, давайте возьмем детям, девочкам, мальчикам, ну, у меня 2 дочки, да, и тут можно выбрать по возрастанию, по убыванию цены, да, то есть можно выбрать аксессуары, можно выбрать только одежду, да, вот намного удобнее. Я обычно беру по цене, которая возрастает, да, то есть видеть самое-самое дорогое, да, мы с вами видим широкий ассортимент курточек, зимних, осенних, весенних, мы с вами видим шикарное платье, вот у моей дочки такое платье обалденно смотрится, да, то есть и вот таким вот образом мы с вами, в принципе, можем и смотреть, и продукцию, которой абсолютно нету в каталоге. Как вы видите, ассортимент просто шикарнейший, да, и цены все ниже и ниже, да, спускаются от тепленьких, да, тут уже вот футболочки 300 рублей, да, есть, также есть колготочки и так далее, и так далее. Также вы можете зайти, допустим, в раздел «Новинки» и видеть все новинки, которые представлены в данном периоде. Да? Смотрим, мы с вами видим и комбинезон, и платье, и купальники, и сплошные, и обрезные, да, и слитный купальник, это, скорее всего, флоранж у нас с вами, да, потому что очень красивый купальник, обратите внимание, какой женственный, да, маечки. И также цены идут от больших к меньшим, да, то есть вот обратите внимание, новиночки, босоножки и так далее, то есть тут идут все цены подряд, да, то есть все-все подряд, то есть вот можете себе такой вот костюмчик заказать, это новиночка, сумочка, вот, пожалуйста, новиночка, да, леггинсы и футболка спортивная, новиночки, можно что-то выбрать, шляпка, сумочка женская, моджи, купальнички пошли, то есть, ну, вы, как вы видите, я прям семимильными шагами листаю, топ со встроенным бюстом, да, купальники какие-то, да, то есть, ну, чем дальше получается, тем дешевле, трусики с завышенной талией, то есть, таким вот образом вы можете ознакомиться со всеми новиночками и посмотреть, что же нового у нас с вами есть, да, ну, вот видите, вот я эту новинку очень жду, напиток сухой растворимый, к сожалению, его нету, расстраиваюсь из-за этого очень, да,
Вот. Но так, по идее, можно смотреть, да, выбирать что-то. Каша мультизлаковая с черникой, да, можете попробовать. Мне кажется, очень даже интересно, да, можно взять одну штучку за 29 рублей, она стоит всего лишь 80 калорий. То есть, в принципе, очень удобно пользоваться сайтом, если вы все про него знаете. Вот смотрите, кисельчики появились, да, вот очень интересно попробовать кисельчик, тем более он всего лишь стоит 29 рублей, а написано, какой же он полезный. Конечно же, я буду пробовать, да? Вот. И, конечно же, удачи вам. Никогда не путайтесь ни в каких страничках. То есть, вот вы знаете, прям все-все новинки, их можно видеть. Очень-очень удобно, да, как вы видите. Вот появились ароматизаторы для белья, которые вешаются в шкаф, как вешалочка, да. Конечно, это здорово. Таким вот образом все просматривать по убывающей, по возрастающей цене, да, и все вместе. В следующем каталоге вы также можете, к примеру, как он даже выразится, да, в следующем каталоге вы также можете, к примеру, опять-таки нажать новинки, и у вас опять будут новиночки, да, в этом периоде обновленная серия. То есть вы всегда будете в курсе, что выпускается в компании нового. И, конечно же, об этом вы можете очень почитать, да, подробно. Вот точечного аппликатора не было на складе, а сейчас я его могу добавить в заказ. Великолепно просто, да? Ну что ж, если нам с вами больше ничего не нужно, мы с вами и на сайте теперь знаем, что мы хотим. Мы с вами все это посмотрели. Также есть товары для бизнеса, каталоги, все. Мы с вами проходим в корзинку и смотрим. У нас с вами продукции на 13 тысяч на 104 балла. Но имейте в виду, что акции пересчитаются и уменьшится сумма заказа и уменьшатся баллы. Давайте же с вами посмотрим, как оно работает. А также нам с вами должны вложиться подарочки. Если вам не нужны каталоги, не забывайте их удалять, потому что очень часто в чатах пишут, что вот мне вложили каталоги, они не были мне нужны. Но на самом деле компания Faberlic предоставляет возможность убирать эти каталоги, и чтобы они вас уже не беспокоили, ни они, ни ваша, ни их стоимость, да? Вот так вот прошли, все убрали и нажали кнопку «Применить изменения». То есть не просто удалили, а применили изменения. И давайте же смотреть. Да, нам вложилось 14 купончиков на парфюмерию в следующем каталоге, да? Вот, нам подарили две мерных ложечки, потому что мы купили два порошка. Нам вложили за 1 рубль крем для рук жидкая перчатка, да, как мы смотрим. А также у нас сработала акция, как вы видите, да, бразильская идиллия, и по 66 рублей нам уже придет. А, да, в начале этого видео мы это видели. Также витаминный скраб для тела клюква. Тоже сработала акция, и он стал не 179 рублей, а 133 рубля, да. И, конечно же, смотрим баллы. Смотрим баллы. Баллов стало 99, да, как вы видите. Поэтому нужно понимать, что баллы, они уменьшаются, когда пересчитываются денежки. Итак, смотрим с вами дальше. Вот они у нас акции каталога. И тут мы с вами видим, что нам предлагают саше шампуня или бальзама в подарок за 1 рубль при покупке с Эллен. То есть мы с вами сами можем выбирать, что мы хотим. И раз мы взяли 3 шампуня, то мы можем с вами взять 3 чего-то, да? То есть и в принципе своим покупателям или кому-то подарить, дать попробовать, да, хотя бы даже этим же подружкам, своим знакомым. Далее, значит, у нас с вами идет программа увлажнения, это по бонусу, да? И мы смотрим, сколько мы можем
заказать штучек. Вещь великолепная, вещь классная. Сколько могу, столько заберу, конечно же. Далее любой аромат при покупке на сумму. То есть это мини-версии 30 мл. Очень люблю парфюмерную водичку Променад, потому что она идет такой свежий бриз. Феерик Эссенсуэль – это пудровый сладкий аромат, шикарный. А Кокет, вы знаете, легкий такой, невесомый, какой-то вот свежей травой пахнет, что ли. Вот я бы так его описала, сладкой свежей травой. Вот что-то такое, вот мой нос именно это слышит, да. И Интерпарель – это победительница Фифи, это насыщенный, женский, сладкий, стойкий, резкий такой цветочный аромат. Да, вот такие вот штучки. И, конечно же, обратите внимание, 49 штук я могу взять любых, каких мне хочется. Вы знаете, все эти парфюмерные водички я бы с легкостью дарила кому угодно. Ну, конечно, кроме Кокет. Кокет – спорный вариант. Прежде чем ее заказывать, вы закажите пробничек, да. Вот, вы выбрали, что вам нужно, да. Как вы видите, тут любой оттенок краски, объемная тушь, Skyline. Советую обратить вам внимание вот именно на эту тушь, революционный объем, артикул 5576. Она действительно, действительно классная, действительно клевая. Ее можно также, мне кажется, и дарить. Я ее заказала для себя попробовать что-то новенькое. Вы знаете, была приятно удивлена, какая хорошая тушь. Зубная паста, средство про ноги, увлажняющая вода, сыворотка Гардерика. Акция минус 30% на коллекции Dolce Vita Юдашкин Арт Волна при покупке на сумму. Ага, в цене склада. Вот это внутренние акции, которые доступны только нам с вами. Это, конечно, здорово, когда мы с вами можем участвовать, да? Ну, смотрим, что тут в арт-волне есть. Одежда для мальчиков, смотрю, есть, да? В принципе, шикарно, да? Брючки вот 700 рублей. Угу. Курточки для девочек пошли. Вот очень много кто переживал, что им не хватает, да? Пожалуйста, было широкое поступление на склад. Вот этот костюмчик у меня есть, он обалденный. Ну, смотрите, тут огромный выбор по распродаже. То есть вы можете много что для себя купить, приобрести. Поэтому смотрите, вот эта вот распродажа нам дает возможность. Обратите внимание на это платье, оно обалденно смотрится. У меня оно есть. По распродаже много что купить. Конечно, тут надо все смотреть. Возврат в течение 21 дня, если вы не попортили бирки. Об этом нужно обязательно знать. Вот, смотрим дальше. Акции консультанта. То есть, тут у меня программа по ВИПу, но тут же мы добавляем и по стартовой программе, да, подарочки свои. Стартовая программа у меня закончилась, и я могу теперь только забирать по VIP-программе. То есть я могу забрать 50 любых пробников с 50% скидочкой. Я могу забрать продукт с 70% скидкой. Да, то есть это тоже классно. Я могу забирать каталоги по цене, которая тоже идет как 50%. Да, то есть вот я один могу забрать. И смотрите, какой ассортимент с 70% скидкой. Можно забирать абсолютно все, да, кроме одежды. Список 2 – это каталоги, 3 – это парфюмерные воды, пробники, 4 – это пробники для дома, 5 – это пробники помад, саше, кремов и, конечно же, пробники шампуня. Вы можете взять любых 10 или чего-то одного 10, без разницы. Вот, далее, значит, смотрим акции распродаж. Обязательно обращайте внимание на эти акции распродаж. Вот, есть продукция, за которую дается 0 баллов, и возврат продукции не производится. Поэтому обязательно читайте. Да, вспомогательные акции тут вам предлагают любых, какие хотите, каталоги, да, купить. А если вам хочется Faberlic Club, это у нас с вами
подарки, то есть за 0 рублей мы с вами можем выбрать абсолютно любые подарки из отдельного каталога по Фаберлик Клубу. Тут даже есть ювелирная бижутерия от Флоранж. То есть у нас с вами подарки идут от 5 бонусов. Да? Что такое 5 бонусов? Это 5 баллов. Да, и вы представляете, VIP, допустим, VIP-консультант сделал заказ на 100 баллов, и он может забрать в легкую кучу-кучу подарков. Это на самом деле так, это доступные акции от компании Faberlic. Верьте в это, на самом деле все подарочки, они приходят, да, то есть вот она, ювелирная бижутерия, пожалуйста, очень красивая, да, смотрим. Какая красота. Можно забирать даже полотенце, если вам хочется. Да, то есть не все есть на складе. Да, какие-то подарки разобрали, но их потом пополнят, как они придут. То есть я думаю, вы будете довольны выбором. Даже постельное белье можно забрать. Поэтому кто досматривает мое видео до раздела промо-акции, тот, конечно, уже знает, какие подарки у него есть. Промо для VIP-консультантов – это раздел, где мы можем забирать новинки за 2 недели до начала продаж. Инструменты продаж – это каталоги, опять-таки, товары по старой цене. Тут тоже есть хорошие скидочки, выбирайте, смотрите. Выбор упаковки – вы можете заказывать пакетик, можете не заказывать пакетик. Да, то есть, как вам будет удобно. После того, как вы все это пересмотрели, порылись во всех распродажах, еще что-то, вы нажимаете кнопочку «Применить изменения». У вас обновляется все, и вы уже с легкостью можете смотреть, да, что у вас добавилось. Да, я добавила 5 тушь, омолаживающую программу обязательно забрала. Вот мне добавились пробнички, да, за 1 рубль, 3 штучки. Ну и по идее без программы Faberlic Club, которую я не стала тратить, чтобы видео не было слишком длинным, я получила 3 пробника в подарок, да. Потом я, значит, получила крем для рук в подарок. И так как я заказала пару порошочков, то мне еще вложили 2 мерных ложечки в подарок, да. Плюс я поучаствовала в 2 акциях. И это помимо программы Faberlic Club. А в дом, как вы видите, я заказала только самые нужные. Вот, понимаете, нет ничего такого, чтобы там по 10 штук чего-то. Или там какой-то склад устраивать, да. Вот, к примеру, если 3 шампуньки, то это... потому что у дочки волосы по попу, да, если там 5 пачек колготок, то потому что их часто не бывает, а сами знаете, что такое ребенок и как она их изнашивает, да, то есть ничего такого сверхъестественного я не заказала. Далее я нажимаю «Продолжить оформление заказа», у меня 104 балла, вот, тут меня спрашивают, забирать или не забрать бонусы по программе Faberlic Club. Я продолжу оформление заказа, в принципе, вот, и уже могу утвердить заказ. Давайте будем смотреть, как производится списание объемной скидочки. Вот оно, пожалуйста, да, то есть счет по заказу 14 тысяч, скидка списана 9 225 45, и оплата доставки 149 рублей. Этой прекрасной ноте мы нажимаем «Утвердить заказ». И когда он утвердится, мне уже выйдет счет к оплате. Очень даже скромный, интересный. И как будто бы я не на 14 тысяч заказала, а сумма к оплате у меня получается 5 116 рублей. Почему? Потому что у нас в компании Faberlic, пока мы не открыли перевод денег на расчетный счет банк, то есть у нас только официальное зарабатывание денег, никаких Яндекс кошельков, Киви кошельков, то есть вы, у вас официально идет стаж нашей компании, вы получаете деньги только через расчетный счет банки. Я уже могу с этого номера оформить, да, человек, хозяин этого кабинета может оформить, но мы пока просто не оформляем.
Вот, пусть копится, да, ну и, конечно же, тут мы видим с вами дату предполагаемой доставки, также видим сумму к оплате, которую нужно оплатить, да, а остальные денежки списались, да, то есть вместо 14 тысяч мы сделали как будто бы заказ на 5 тысяч, то есть сработало 65% списания объемной скидки. Также смотрите, когда вы заходите в личный кабинет, в раздел «Мои заказы» вы можете видеть, сколько у вас каких заказов, да. Есть заказы доставленные, которые нужно обязательно оплатить с момента доставки в течение 7 дней, иначе они пойдут на возврат. Да, вот, пожалуйста, сумма к оплате, да, тоже очень интересно. Далее, значит, готов к сборке. Это у нас с вами идет только что, который мы сделали заказ, да, а тут у нас с вами идут даты заказа и все такое, и вот если заказ уже собирается, его нельзя разутвердить, если заказ готов к сборке, его еще можно разутвердить. Допустим, завтра с утра вы решили, что вы что-то забыли добавить или вам что-то нужно убрать, и вы можете разутвердить заказ. В каких-то странах слова «разутвердить» нету, но есть «удалить», но если вы удалите, вам придется по новой все вбивать, забивать, да, весь заказ. Поэтому смотрите, если мы нажимаем «разутвердить», то мы соглашаемся, да, выполнить, да, ок, и заказ уже не пойдет на сборку, пока вы его не утвердите, и через сутки он у вас исчезнет, да, то есть вот он разутвержденный, мы его нажимаем «редактировать», и все, что нам нужно, мы с вами можем удалять, да, к примеру, или наоборот добавлять, да, все, что нам хочется. Да, вот, к примеру, мы удалили, да, и пошли дальше смотреть. Да, к примеру, вот гели для душа нам, ну, не нужны. Вот часто, видите, я делаю такие ошибки, как вместо носков заказываю гольфы, да, вот я их, кстати, удалю. Я люблю именно носочки заказывать. И нажимаю «Продолжить оформление заказа». И уже просто нажимаю его «Утвердить». Да? Просто нажимаю его «Утвердить». Потому что все у меня уже хорошо. Мне все нравится. Вот и все. Пожалуйста, уменьшились баллы, раз я удалила пару позиций. И уменьшилась сумма самого заказа. Всем пока-пока, до встречи с вами в новых видео. Рада была быть вам полезной. Растите, зарабатывайте. Удачи вам, роста, везения, во всем вдохновения, дорогие коллеги. С вами была Кононова Аня.